Рисуем персонажа из игры Among Us с листочком на лбу. Размеры рисунка 17 клеточек на 20. От начала рисунка отступаем 5 клеточек. С шестой клеточки отмечаем 7 клеточек по горизонтали вправо. От семерки вниз наискос вправо рисуем одну клеточку, а с левой стороны рисуем клеточку наискос влево. Здесь вниз 4 клеточки. От четверки влево 2 клеточки. Здесь вниз наискос влево 7 клеточек по вертикали. От семерки вниз наискос вправо рисуем 3 клеточки по горизонтали. Над тройкой разукрашиваем все клеточки вверх до упора. Под тройкой вниз рисуем 3 клеточки. От тройки вниз наискос вправо рисуем 3 клеточки по горизонтали. От троечки вверх наискос вправо рисуем 4 клеточки по вертикали. От четверки вправо рисуем 3 клеточки по горизонтали. От троечки вниз наискос влево рисуем 3 клеточки вниз по вертикали. От тройки вниз наискос вправо рисуем 3 клеточки по горизонтали вправо. Здесь под клеточкой 3 клеточки по горизонтали вправо. Здесь же 3 клеточки по горизонтали влево. Здесь вниз влево наискось 2 клетки. Под тройкой 2 клеточки вниз. И здесь тоже 2 клеточки вниз. Рядом вниз наискос вправо 6 клеточек по горизонтали. Под тройкой вниз наискос вправо 3 клеточки. От тройки вниз наискос влево 5 клеточек по горизонтали. От пятерки наискос одна клеточка. От тройки вверх наискос вправо отмечаем все клеточки вверх до упора. Разукрашиваем черным цветом все точки, выделенные нами ранее. Напиши в комментарии, что бы ты еще хотел, чтобы я нарисовал. Твоя просьба может быть исполнена уже в следующем видео. Снизу рисуем тень серым цветом. Стекло раскрашиваем голубым цветом. Все остальное разукрашиваем желтым цветом. На листочке черной пастой пишем слово «Дам». Если тебе понравилось это видео, нажми лайк. Если тебе понравились голосовые подсказки, напиши в комментариях: «Чувак, это действительно круто!» А если ты еще не подписан на мой канал, прошу тебя, подпишись. И на этой ноте я с вами вынужден попрощаться. До новых встреч, друзья!